worldcard.ru, как всегда, с вами на связи. Сегодня предлагаю вам посмотреть на конструктор, на необычный конструктор, на очень интересный конструктор. Встречайте, Lexus LX470 с левым рулем. Обратите сразу внимание. Этот автомобиль мы привезли конструктором для нашего клиента. И сейчас я вам его подробненько покажу. Что мы здесь с вами имеем? Мы здесь с вами имеем 4,7 литра объем, 2003 год выпуска в данном случае, и пробег 78 тысяч километров. Автомобиль уже собран и готов для нашего клиента. Хочу обратить ваше внимание, конечно же, на диски, которые привлекают внимание. Посмотрите, какие диски здесь устанавливаются. Это 24 размер. Здесь у нас светлая кожа, и автомобиль вообще в таком приятном кремовом цвете. Вот его аукционный лист. На аукционе USS Nagoya мы его забрали. 3 балла у него оценка и Б состояние. LX470, как вы можете видеть, 77, ну 78 тысяч километров пробег. Вот так выглядит автомобиль на заднем ряду. И еще, конечно, в этом автомобиле есть и третий ряд. Автомобиль чистенький, аккуратненький. Несмотря на то, что это конструктор и это запчасть. Конструкторами и распилами мы также занимаемся. Вы можете заказать вот такой эксклюзивный вариант. На аукционах Японии масса вариантов. Именно вот под восстановление вы найдете и с левым рулем автомобиля в том числе. Автомобиль стоит на стоянке. Он помытый, он собранный, то есть он готов. Осталось его только передать владельцу. Оказался я в салоне Lexus LX470 с водительским местом. Давайте посмотрим немножко детально на интерьер. Получаем с вами кожаный руль. Соответственно, с деревом, ну или с косточкой, как у нас очень любят говорить. Здесь мы получаем с вами пневмоподвеску. Соответственно, переключение режимов, комфорт, спорт, подогревы сидений. Есть и люк, пожалуйста. Американец завезен в Японию через Америку. Давайте мы его с вами сейчас и запустим. У нас вот один ключ. И давайте запустим. Давайте даже я открою дверь, чтобы вы лучше слышали этот божественный звук мотора 4,7 литра. Звук приятен для ушей. Мотор 2UZ работает. Здесь я хотел бы вам показать, электрорегулировки все работают. То есть, когда мы собираем машину, у вас она будет полностью готова, если вы заказываете конструктором. Вот здесь есть всякие таблички. Соответственно, да, свидетельствует о том, что это, скорее всего, был везен через Америку. Ну и здесь, конечно, именуется Made in Japan. Акустика здесь, кстати, Марк Левинсон. То есть это хорошая комплектация. Вот моторный отсек. V8, 4,7 литра, 2UZ. Соответственно, агрегаты, когда автомобиль разбирается, подписываются, чтобы ничего не потерять и не перепутать. Хотел бы, друзья, немножко пояснить, что же такое конструктор или распил. Это в любом случае автомобили на запчасти, на учет они не встанут, ПТС у них нет. Распил, понятно из названия, он пилится пополам кузов, ничего не снимается. А при конструкторе у вас ничего, наоборот, не пилится, а автомобиль разбирается. Потом в дальнейшем, конечно же, собирается. И, соответственно, багажник. Можно открыть вот так. Все работает. Хотел вам сегодня кратко показать интересные варианты, которые можно привозить из Японии, но, к сожалению, только в виде конструкторов, как вот данный Lexus LX470. Думаю, вам было интересно познакомиться и с этим автомобилем тоже. Так что европейцы, даже японцы,
под запчасти, под восстановление можно найти на аукционах с левым рулем. Имейте это в виду. Ну а я с вами буду прощаться. Увидимся и услышимся в новых видео. Всем пока-пока.